Самая обсуждаемая сериальная пара этого года Хандея Чили Керем Бюсин в настоящее время находится в отпуске на Мальдивах. Обо всем подробнее в сегодняшнем видео, друзья. Керем Бюрсин и Хандея Чили отправились на Мальдивы после финала сезона сериала. Турецкие СМИ сообщают, что отпуск популярной пары сериала «Ты постучись в мою дверь» является спонсируемым, и актеры совершенно бесплатно проводят свой отдых в отеле, в котором остановились. Ночь пребывания в номере люкс в отеле Аяда Мальдивс, в котором отдыхают звезды, составляет около 12 тысяч долларов. Обычно звезды предпочитают скрывать места отдыха, но в данном случае актеры отдыхают на острове в одном из самых дорогих отелей бесплатно на условиях рекламы. Наслаждаясь теплой погодой и прекрасными видами, Ханде и Керем активно делятся фотографиями в Инстаграм. Турецкие СМИ также сообщают, что пара активно прогуливается вечерами вдоль берега Индийского океана. Однако утверждать, что Ханде и Керем вместе, как это делает публика, которая желает их видеть вместе, оснований нет. За несколько дней пребывания на острове у пары не появилось ни одной совместной фотографии. Это говорит о том, что демонстрировать нечего, но сохранять интригу нужно. К примеру, Керем Бюрсин разместил фото в Инстаграме, где видно, что фотографировал Керем себя сам, однако он отметил, что сфотографировала его Ханде и похвалил ее как прекрасного фотографа. Ханде пошутила в ответ, что ей хотелось бы тогда увидеть и остальные фотографии Керема. На днях старшая сестра Ханде Эрчель, Гамзия Эрчель, накануне также прилетела на Мальдивы со своей семьей, мужем Джонером Илдером и дочерью Мави. Гамзе Эрчель поселилась в том же отеле, что и Керем с Ханде. Гамзе пользуется большой популярностью в Инстаграм. В настоящее время у нее насчитывается более 3,5 миллиона подписчиков. Гамзе Эрчель активно размещает фото и посты о личной жизни, а также активно рекламирует различные товары и средства. Не так давно в этом же отеле на Мальдивах отдыхала со своей мамой популярная актриса и бывшая девушка Керема Бюрсина Серинай Сарыкая. Многим известная скандальная актриса Мерве Болуур, как утверждает турецкая пресса, также хотела бесплатно отдохнуть в данном отеле. Мерве отправляла запросы о бесплатном проживании, однако отель отказал актрисе. Интересно, как же прокомментирует совместный отдых Керем и Ханде? Об этом мы узнаем с вами, друзья, совсем скоро, ведь съемки второго летнего сезона планируют возобновить уже в мае. Сегодня все. Спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком, обязательно оставляйте комментарии, берегите себя.